26 августа у саровчан будет возможность бесплатно посмотреть на большом экране три самые кассовые отечественные картины 2023 года. Акция «Ночь кино» пройдет в художественной галерее. В 16:00 там покажут семейную сказку «Чебурашка», которая собрала рекордную сумму в истории российского проката. Семейная детская аудитория, конечно же, придет на «Чебурашку». Все, кто вдруг не посмотрел, приходите. Кто посмотрел, приходите насладиться снова этим добрым персонажем, который, конечно, с этим новым художественным фильмом, с прекрасным актерским составом, новое дыхание, новая любовь зрителей к Чебурашке, который, конечно же, шагает по стране уже на протяжении многих-многих десятков лет. Следом в 18 часов зрители увидят драму Клима Шипенко «Вызов». Картина стала первым в мире фильмом, снятым в космосе, и наделала шума еще до выхода на экраны. «Вызов» – история о невероятной миссии кардиохирурга Евгении, которая должна провести сложную операцию прямо на МКС. И завершать акцию «Ночь кино» будет фильм «Праведник» режиссера Сергея Урсулюка с не менее потрясающим актерским составом. Ждем Сергея Маковецкого на экране, конечно же, безусловно. Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, 1942 год, и белорусская земля, и выход более 200 человек спасения. И вот этот фильм поставит такую правильную, хорошую точку во всей этой киноакции. «Ночь кино» – это уникальная возможность абсолютно бесплатно посмотреть три фильма, некоторые из которых до сих пор показывают в кинотеатрах страны. Посетить показы можно 26 августа в художественной галерее. Вход свободный, без возрастных ограничений. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей «Саров-24».